Усик не намерен менять гражданство Украины. Боксер не видит смысла менять украинский паспорт и подчеркнул, что к нему не обращались с подобными предложениями. Боксер Александр Усик в эфире 112 Украина заявил, что не намерен отказываться от паспорта гражданина Украины, даже если поступит предложение. «Мне никто никогда не предлагал сменить гражданство. Если бы мне даже предложили, я же украинец, зачем мне менять гражданство? У меня есть страна, есть паспорт. Дом, у меня все есть. Мне не нужно много паспортов, я с этим могу ездить везде, и я это делаю. Пускай мне весь мир предложит гражданство, я буду везде ездить и все. Мне не нужны никакие другие гражданства, кроме моего», подчеркнул спортсмен. Также он указал, что не критикует власти, просто выполняет свою работу. «Я не критикую нашу власть, потому что мне незачем кого-то критиковать. Я выполняю свою работу. Мне кажется, надо каждому из нас прийти к тому, чтобы не критиковать кого-то, а заниматься своим делом», отметил Усик. Напомним, ранее депутат Госдумы РФ предложил рассмотреть вариант выдачи Усику российского гражданства. Усик прочитал собственное стихотворение об Украине. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и http://www.tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.